OMTV.ua про головне. Российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который уже 8 лет не выходил в море, вероятно, больше никогда не будет использован по назначению. Это объясняет, почему в последние месяцы Кремль, как сообщается, перебросил моряков с этого корабля в сухопутные войска и отправил их воевать в Украину. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Часть экипажа корабля, насчитывающая около 1500 человек, была трансформирована в механизированный батальон под названием «Фрегат», который воевал на Харьковщине, а позже на Покровском направлении. Этот шаг подчеркивает острую нехватку человеческих ресурсов в российской оккупационной армии. Также это говорит о запущенном состоянии крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались еще со времен Холодной войны. Слава военно-морскому флоту России! Ура! Ну а тем временем зиганутые начинают что-то подозревать насчет целей так называемой СВО. Что, значит, происходит в сфере обороны, вот все делается, ну иначе я объяснить не могу. Вот именно планомерно, чтобы Россия рухнула. Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. И тогда кому-то все богатства достанутся, а у нас появится там 20, может быть 22 очень независимых государства, типа там ТВА. Еще там Башкортостан, Татарстан и так далее. Вот. И все идет по этому плану графику. Просто по плану. Вот по графику. Вот это нужно учитывать. Вот кто-то на этом наживается. Сегодня вот тоже есть экспертные данные, кто и как наживается вот на этой СВО. Да вы что? СВО, да. И промелькнула цифра, я даже не помню где, что вот за два года вот этих военных действий заработали 36 миллиардов долларов. То есть появляется, да. Это бизнес. Представляете, кошмар. В связи с этим алкодегенерал Гурулев призвал денацифицировать Путина и его окружение. Я не думаю, что на этом свете должны остаться те, кто эту войну развязал. Давайте мы эти вопросы прорешаем. Мы же можем это сделать. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Итак, украинская армия сообщила о прорыве еще одного участка границы с Россией. Такое заявление сделали десантно-штурмовые войска ВСУ. Они опубликовали видео, на котором, как утверждается, украинские подразделения заходят на территорию России. На кадрах видны бои. ВСУ подписали это видео фразой «Продолжение следует». При этом ни место, ни дату съемки украинская армия не называет. Проверить, когда именно и где произошел этот прорыв, пока не удалось. Ранее издание Forbes сообщало, что украинские военные смогли зайти на новый участок границы в Курской области к западу от места, где идут основные бои в регионе. Минобороны России тогда косвенно подтверждали новые попытки прорыва, но утверждали, что все штурмы были отбиты. О целях нового прорыва российской границы и операции ВСУ в Курской области мои коллеги сегодня поговорили с военным экспертом, полковником ВСУ Владиславом Селезневым. Российские войска пытаются в рамках контрнаступательной операции выдавить с флангов украинские силы и средства, которые держат плацдарм на территории Курской области. Для того, чтобы воспрепятствовать этому процессу, украинская армия на новых двух участках фронта прорвала госграницу между Украиной и Россией, тем самым заходя в тыл, тем самым с наступающим российским подразделением и создавая весьма-весьма сложную дилемму для российского генералитета, который занимается блокированием и уменьшением площади украинского плацдарма на территории Курской области. Что делать? Продолжать контрнаступление далее, либо же разворачивать силы и средства и пытаться контратаковать те подразделения украинской армии, которые пересекли государственную границу. Тут следует отметить состав сил и средств, которые в настоящее время пересекли госграницу. В первом случае речь идет про подразделение 80-й аэромобильной бригады. Во втором случае речь идет про 95-ю Житомирскую аэромобильную бригаду. То есть такая себе соль украинской армии. Лучшие из лучших проводят эти мероприятия. Поэтому, безусловно, даже если российская армия будет пытаться контратаковать эти силы и средства, не факт, что у них выйдет позитивный результат. Ведь десантники мотивированы, они очень хорошо экипированы, обеспечены вооружением, техникой, прошли через боевое слаживание, поэтому это такой себе крепкий орешек. Поэтому очевидно, что действуя таким образом на территории Курской области, украинская армия пытается максимально выхолостить запасы российской армии. И тут есть очень один важный момент.
Момент связан с заявлением генерала Буданова, руководителя украинской военной разведки. Сделал это заявление генерал Буданов 7 августа. Тогда он сказал, у российской армии осталось ресурсов для проведения масштабных наступательных операций на 1,5-2 месяца. То есть фактически мы с вами выходим на цифру либо же 20 числа сентября, что уже, собственно говоря, случилось, либо же первые числа октября, там до 7 октября включительно. По мнению генерала Буданова, к этому времени наступательный потенциал российской армии должен будет закончиться. Случится это или нет, мы буквально в течение нескольких ближайших дней станем этому свидетелями. Но с учетом того, что боевые действия сейчас на разных участках фронта идут с потрясающей интенсивностью, возникает абсолютно четкое такое ощущение, не фол ли это последняя надежда в исполнении российской армии, когда она готова бросить в пекло войны все имеющиеся у них резервы и ресурсы для того, чтобы ну, хоть где-то получить колоссальное территориальное приобретение. Случится ли это или нет, я имею достаточно серьезные сомнения, ведь невзирая на огромные потери в живой силе и в технике, противник украинской армии имеет весьма скромное территориальное приобретение. 100-200 до 500 метров в сутки продвижения на поле боя – это тактический уровень. И уж точно цена, которую ежесуточно платят российские силы и средства за эти территориальные приобретения, очень высока. Также мои коллеги поговорили с Владиславом Селезневым о том, как успехи украинской армии в Курской области могут отразиться на переговорном процессе между Москвой и Киевом. Давайте вспомним заявление руководителя российского министерства иностранных дел господина Лаврова. Помните его неоднократные заявления, мол, процесс переговоров между Украиной и Россией должен основываться на реалиях на земле. В этом случае я задаю абсолютно логичный вопрос. Хорошо, в переговорном треке, как будет фиксироваться ситуация на территории Курской области, как территории, которая аннексирована Украиной и находится под эффективным контролем украинских сил обороны, либо же это другое? И будет ли произведен какой-либо размен? Мол, мы возвращаем россиянам Курскую область, но они нам, к примеру, территории Херсонской или же Запорожской области. Сложно прогнозировать. Но то, что действия украинской армии на территории Курской области абсолютно четко вышибает этот самый фундамент из-под заявления российского министерства иностранных дел, это очевидно. Ведь ситуация на поле боя на земле крайне радикально отличается от той ситуации в тот период времени, когда господин Лавров делал такого рода заявление. А война идет! Война! Война за Россию! Матушку! Спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который, если помните, выступил вразрез с линией своей партии и разблокировал пакет на 60 миллиардов долларов для Украины. Жозепу Боррелю, который снова ради мира в Европе призвал страны НАТО разрешить Киеву бить по целям в глубине России. Есть ли какие-то изменения в оккупированной части нашей Курской области? К сожалению, на Курском направлении обстановка по-прежнему остается серьезно сложной, тяжелой, напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки своего продвижения в Глушковском и Кореневском районе, задействуя для этого большие силы личного состава, которые у него имеются.